Всем привет! Вы видите двух девочек. Не Айлана и Лейлан. Хотите, покажу, как я рисовала? Начинаем. Но все, раз все тут пока рисуют, рассказывают, то все у них началось очень плохо. Раньше эти принцессы жили в замке с родителями, потом родители, короче говоря, погибли. И осталась только их защитница, которая стала для них сводной сестрой. И это было... И все... Но эти девочки жили до сих пор хорошо, пока не объявился Тенебрис. Алло, конечно. Злой колдун. Но все мы... Но вы все видели, каким... Он такой же, как и персонаж с Гачи Клуба. Финальный босс. А это волшебница. На самом... Эту волшебницу, которая говорила с Тенебрисом в роли финального босса, звали Клара. Это... Телохранительница, которая стала сводной сестрой этих девочек. Но все закончилось очень плохо. Когда она привела... Ну, лучше да расскажу, чем это покажу. Это было очень грустно. Она привела этих девочек в открытый космос, там, где ждал заклятый враг Нейлана и Лейлана, финальный Тенебрис. Тенебрис сначала уничтожила их самое важное, сводную сестру Клара. И она больше никогда... Да не видела своих подруг, своих сводных сестер. Но это было очень печально, когда они лишились подруг, когда их наши подруги лишились их сводной сестры. Но видео заканчивается. И остался только задний фон. Все готово. Эти девочки могут спасти галактику. И спасибо за просмотр. Подпишитесь, ставьте лайки. И пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Ну, пожалуйста. Я жду от вас подписок. Я жду от подписчиков, все нет и нет. Так что всем пока. Следующее видео будет скоро.